Уважаемые пассажиры, на маршрутах, оборудованных автоматизированной системой контроля трагетта, посадка производится через 3 минуты. Не задерживаясь, проходите в середину салона. Для выхода заранее подайте сигнал водителю кнопкой звонка. Пассажир обязан хранить посадочный талон до конца поездки. Обладатели права гостного проезда должны иметь при себе документы, подтверждающие год. Не храните документы рядом с металлическими предметами и источниками электромагнитного излучения. Размагниченные проездные документы не висят. Следующая остановка – поликлиника. Остановка – поликлиника. Следующая остановка – Беловежская улица, дом 19. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса исходных вещей и подозрительных предметов не трогайте их и немедленно сообщите водителю. Остановка – Беловежская улица, дом 19. Следующая остановка – Вяземская улица. Остановка – Вяземская улица. Следующая остановка – дворец спорта «Крылья Совета». Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса исходных вещей и подозрительных предметов не трогайте их и немедленно сообщите водителю.
остановка – дворец спорта среди советов. Следующая остановка – Дорогобужская улица. Уважаемые пассажиры, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 14 декабря 2010 года за номером 1702-ФП, 1 января 2011 года установлен тариф на проезд пассажиров в дату поездки и провод одного места в Москве в размере 25 рублей. Стоимость пассажирского салона, реализуемого водителя в салоне подвижного состава, составляет 28 рублей. Остановка Дорогобужская улица. Следующая остановка улица Гришина. Остановка улица Гришина. Следующая остановка улица Петра Алексеева. Остановка улица Петра Алексеева. Следующая остановка улица Багрицкого. 71-я городская больница. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба. Будьте взаимовежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам и людям старшего возраста. С
салоне поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. Во избежание травм, во время движения держитесь опорочно. Остановка улица Багрицкого, 71-я городская больница. Следующая остановка улица Вересаева. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса исходных вещей и подозрительных предметов не трогай их, немедленно сообщите водителю. Работу водителей, учеников водителей и ремонтных рабочих.
Все работники парка обеспечиваются бесплатным проездом в автобусе, троллейбусе и трамвае. 8-15-96. Станция Кунцево. Следующая остановка. Станция метро Кунцевская. Станция метро Кунцевская. Следующая остановка – Молдавская улица. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса несхожных вещей и подозрительных предметов метровые немедленно сообщите водителю.
13-я улица. Следующая остановка – фабрика «Зарница». Уважаемые пассажиры, соответственно с постановлением правительства Москвы, остановка – фабрика «Зарница». Следующая остановка – Истинская улица, дом 1. Остановка Мистинская улица, дом 1. Следующая остановка Ельнинская улица, дом 14. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. В интересах вашей безопасности при обнаружении в салоне автобуса исходных вещей и подозрительных предметов не трогай их, немедленно сообщите водителю. Остановка Ельнинская улица, дом 14. Следующая остановка Ельнинская улица, дом 20.